Представляю вашему вниманию монеты Туниса. Это 5 милимов за 1993 год. Изготовлена из алюминия. На аверсе пробковый дуб. На реверсе цифра 5 номинал, обрамленная двумя оливковыми ветвями, и ниже номинала на арабском языке даты изготовления по хичфре и григорианскому календарю. Следующая монета 50 милимов. 50 милимов изготовлено из латуни. Тоже на реверсе 50, внизу подпись милимов на арабском языке. На обратной стороне на арабском дата изготовления, также по григорианскому и календарю хичфра. И надпись на арабском языке «Тунисский центральный банк». Следующая монета 100 милимов. Также изготовлена из латуни. Штампуют в Словакии. Надпись идентична, как и на 50 милимов, так и на следующей монете 200 милимов. Вся чеканка монетная. Монета 200 милимов изготовлена из бронзы. Вот монета полдинара за 1990 год. На аверсе в центре карта страны, под картой год выпуска. Вверху надпись на арабском «Тунисская республика». На реверсе две ладони, держащие колосья, пшеницы и фрукты. Следующая монета 1 динар. Изготовлена из медно-никелевого сплава. На аверсе изображен герб Туниса в обрамлении ветвей лавра и арабской вязи. Герб Туниса разделен на три части. Разделенный на три части щит. Вверху корабль под парусами, слева весы правосудия, справа геральдический лев. На реверсе изображена женщина, собирающая урожай. Также в моей коллекции есть монета 5 динар 2002 года, юбилейная, посвященная второй годовщине со дня смерти Хабиба Бургиба, первого президента Туниса. На аверсе также изображен герб Туниса. Дата выпуска монеты. На реверсе портрет первого президента Туниса с датами жизни. Правил президент Туниса с 1957 года по 1987 год. Монета изготовлена из биметалла.
Спасибо за внимание. Следующее будет видео с банкнотами страны Тунис.